В Российско-армянском славянском университете состоялось открытие 6-й годичной научной конференции. В этом году конференция была приурочена к 20-летию независимости Армении. В ходе открытия конференции прозвучал доклад ректора РАУ Армена Дарпиняна на тему «Армения за 20 лет независимости. Уроки и перспективы» и доклад декана медико-биологического факультета Грачика Варда Петяна «Биоинженерия. Мифы и реальность». С приветственной речью выступил научный консультант университета академик Сергей Амбарцумян. Говорят, что человек гордится своими предками. Обезьяна гордится своим потомством. А я думаю, настоящий ученый гордится своими учителями и своими учениками. Вот я горжусь моими учителями и моими учениками. Я считаю, что этот институт состоялся, институт научных годичных конференций, и поэтому приветствую нашу 6-ю конференцию. И должен сказать, что год от года у нас качество представляемых докладов повышается. Мы реально чувствуем ту атмосферу творческого созидания, которая результируется практически в нашей конференции. Поэтому, учитывая, что у нас много докладов, я особенно распространяться не буду. Приветствую всех и желаю плодотворной работы. Профессор международного маркетинга Филипп Котлер посетил Армению. В ходе своего визита он выступил в нашем университете с лекцией «Студенческий форум. Сертифицированный тренинг». Во время лекции профессор рассказал об особенностях маркетинга, факторах, влияющих на его развитие, а также отдельное внимание уделил маркетингу в Армении. Университет посетила делегация Национального исследовательского университета Высшая школа экономики города Москвы. Гости выступили с лекциями для студентов университета и преподавателей ереванских вузов. Лекцию на тему «Тысячи лет русской письменности» для студентов факультета журналистики и филологии прочитал заведующий сектором рукописи научной библиотеки МГУ Александр Лившиц. Нам, привыкшим видеть соединение, сочетание, да, синтаксис в окончании слов, очень трудно. О проблемах преподавания современной литературы учителям ереванских школ рассказала главный редактор журнала «Парус» Ирина Гречанина. А студентам университета представила подтексты романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Студенческая научная конференция «Международное гуманитарное право. Проблемы и перспективы развития» длилась в РАУ 3 дня. Посвящена она столетнему юбилею Второй мирной конференции 1907 года. Участников конференции приветствовал проректор РАУ по науке Паркев Аветисян. Международное гуманитарное право, как междисциплинарное исследование, с моей точки зрения, представляет большой научный интерес. Я призываю вас к большой творческой работе. Желаю вам хорошего настроения, всем участникам больших творческих успехов и добрый путь. Цель мероприятия – создание форума для молодых исследователей в области права и обсуждения вызовов современных вооруженных конфликтов. По итогам конференции лучшие доклады войдут в предстоящий сборник научных статей. На конференции «Блоги. Новая медиа. Гражданская журналистика» студентами 3-го и 4-го курса факультета журналистики и филологии были представлены такие темы, как мобильные блоги, спортивная журналистика в социальных сетях, инфографика для газеты и сайта. Практически у всех спортивных сайтов есть своя страница в Фейсбуке. Группы пользуются меньше, и иногда тоже редко встречаются. «Артспорт ПМ» – один из самых респектабельных, уважаемых, самых популярных спортивных сайтов. У сайта есть 4232 подписчика на 6 ноября. Проникновение интернета в России, СНГ, в том числе и Армении, пока еще остается на низком уровне, не меняет общие тенденции.
Более удобные и быстрые медиа вступают в конкуренцию с традиционными средствами массовой информации. Владельцы СМИ пытаются найти выход и удержать аудиторию, не потеряв при этом прибыли. Известный медиамагнат Руперт Мёрдок, группа его компании News Corporation, в 2010 году ввела плату за посещение их контентов, то есть новости, которые будет читать аудитория, они платные. Подобные мероприятия помогают глубже изучить актуальные вопросы социальных сетей и печатных изданий. Конференция вызвала живой интерес у присутствующих. Организаторы уверяют, она будет иметь продолжение. Евразийский экономический форум – международное молодежное движение, объединяющее в себе десятки тысяч инициативных молодых людей более чем из 45 стран. РАО уже несколько лет подряд принимает активное участие в этом форуме. С докладами, освещающими проблемы и перспективы развития мировой финансовой системы, выступили магистранты экономического факультета РАУ. Гостями же круглого стола стали студенты Армянского экономического университета. По итогам мероприятий, которые мы осуществим здесь, мы наберем команду лучших, которые выступали или активно участвовали в мероприятиях, которые мы организуем. И эта наша команда, как представители от РАУ, студенческая, поедет в Екатеринбург на финальное мероприятие Евразийского экономического форума молодежи. Научная конференция «Историко-культурная основа социально-политической модернизации» посвящена 20-летию независимости Армении. Встречу открыл проректор по научной работе РАУ Паркхев Аветисян. Если модернизация направлена действительно на совершенствование и на дальнейший успех развития, и если модернизация в себе как-то сочетает эффективно традицию и инновацию, модернизация, если в себя вкладывает некую теорию опережения развития, вот такую модернизацию я приветствую. Участники обратились к проблемам модернизации и представили доклады, касающиеся политической жизни переходного периода Армении. Был пройден сложный путь от тотальной идеологизации общественной жизни, монополии и догматизации, единственной верной, в кавычках, теории для ее полного отрицания и идеологического хаоса начала 90-х годов 20 века. Анализ ситуации конца 80-х, начала 90-х показывает, что многие проблемы в сегодняшней политической системе возникли именно тогда. В тот период многое зависело от направления политики элит властных и оппозиции. В условиях борьбы за власть между членами армянского общенационального движения и коммунистической партии Армении последняя постепенно сдавала одну позицию за другой, оставляя политическое пространство своим оппонентам. Заседание проходило в обстановке обсуждения тем и возникших вопросов. В киноклубе РАУ организация «Экалур» представила документальный фильм «Исключительная общественная выгода». Красной нитью в фильме проходит тема борьбы жителей села Каджаран против гиганта армянской промышленности Зангизурского медно-молибденового комбината. На одной чаше весов воля жителей маленького села, у которого отобрали земли, на другой – правительственные члены и много денег. Создавшуюся ситуацию прокомментировал руководитель «Экалура» Инга Закарян, отметив, что самым главным является не дать людям почувствовать себя одинокими в своей борьбе. Я считаю, что это огромная катастрофа, потому что мы сделали съемки, и очень скоро в Ютубе будет выставлен второй фильм «Герака Бацарикша Ерку». Ну, это условное название. Мы только что сделали съемки, где видно, что никаких промежуточных решений этого села не имеет. Природовед Мариам Сурхудян рассказала о 14 днях, проведенных в борьбе за справедливость. Гета узумейн арнель хоховаки меч, артем большаки масса и деп каж арелей. Мэнк меш димадрутям, сэнс кангнелов, ирар усуситават, хайренасиракан еркеров,
ոգով կանգնացրեցինք այդ տեխնիկան, ինքը ստոպ տվեց, հասկացավ, այս մարդիկ իրանց դիակի վրով մենակ կթողեմ, որ այդ անցնի։ Организаторы уверены, их потенциал и упорство способны на многое. В РАУ состоялась презентация книги «Грикорная рекоци и духовная культура Средневековья». На мероприятии были представлены отрывки из фильма Матена Даран «Грикорная рекоци» армянского поэта, философа-мистика, монаха и богослова, представителя раннеармянского возрождения. Стихи и произведения на рекоци на двух языках, армянском и русском, представили преподаватели университета и студенты факультета журналистики и филологии РАУ. «Узри, о Боже, взор мой безутешный, и сердце, что раскрыл я пред тобой. На путь наставь мой разум многогрешный, но будь целителем, а не судьей». О духовности и философских воззрениях мыслителя говорили зарубежные армяноведы, авторы научных статей, включенных в сборник «Грикорная рекоци и духовная культура Средневековья», и представители кафедры армяноведения РАУ. Եվ այնպես այդ գրքի մեջ գրում, իր գրքի մեջ գրում նարեկացին մարդուս այս թերությունների մասին, այնպես է տարապում, որ ընթերցողը չի կարող, ամեն ծանկացած ընթերցողի շորպայի պիտի զգայի տարապանք է իր ամբողջ երության։ Բայց միայն ժամանակ, համեմատելով մարդուս փոքրությունը Աստծու մեծության հետ, արարչի մեծության, արարչի կատարելության հետ, այնպես է պաղատում, այնպես է խնդրում, որպեսզի Աստված մարդուն դարձնի կատարյալ, որ այդ տարապանքը, այդ պաղատանքը, այդ աղաչանքը դառնում է պահանջ։ Նարեկացու լեզուն խորհրդական լեզու է, որը մարդու էությունից է գալիս և իրեն մեջ ամփոփում է մարմին, մտածմունք և հոգին։ Նարեկացին բարձրաձայն կանչում է Աստուծո ամենախոր իրեությունից։ Բարը նարեկացու մոտ պարունակում է, իր մեջ կրում է լեզվի և բանաստեղծական, ընդհանրապես մարդու արտահայտության բոլոր միջոցներ։ В исполнении известных артистов Соса Саркисяна и Иннокентия Смоктуновского прозвучали произведения Комитаса, Шниткина стихи «Книги скорби» и фрагменты из «Книги скорбных песнопений». А хор церкви святого Гегарда исполнил произведение нарекации. Для армянского народа поэма «Нарекоци» – национальное достояние, духовная святыня. Недаром книгу скорбных песнопений зачастую клали под голову больным, свято веря в ее целительную силу. В Доме культуры РАУ состоялся бенефис композитора и исполнителя, а также художественного руководителя детского театра песни «Сюрприз» Анаид Шахзадеян. Мероприятие было приурочено к 20-летию независимости Республики Армения. Во время концерта песни композитора исполнила известная певица Лейла Серебекян, а также солисты детского театра песни «Сюрприз».